Чтобы почтить память наших соотечественников, убитых армянами в тоннеле при попытке покинуть Кельбеджер во время оккупации, организована поездка свидетелей событий и родственников убитых на место трагедии в Кельбеджерском районе. Они почтили память жертв, учиненной армянами резни. В ходе поездки, организованной Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев, около 20 переживших трагедию жителей Кельбеджера, представители интеллигенции района и члены семей и родственники шахидов отправились в путь из села Туганлы Гёгёльского района. Напомним, что во время этой трагедии многие кельбеджарцы были убиты армянами с особой жестокостью.